Всем привет! Вовка прям по улице идет в кимоно. Ой, сейчас вам белочку покажу. Вот она. Привет! Вот так вот они тут. Это взяла орешек. Вот она. Итак, мои дорогие друзьяшечки, Вову я отвела на карате, и буквально через дорогу, $3 я иду покупать всякие украшения, потому что у Тасюши завтра день рождения. Сейчас вам покажу, что можно купить в магазине за $1, и как можно украсить дом. Ой, смотрите на Крисмас, такие кружечки классные, прям фарфоровые, доллар. Всякие колокольчики, украшения. Вот как дети у меня родились. Все прямо к Новому году. Сейчас будем украшать. Так, нужно же еще запаковать подарок и купить бумагу. В общем, я выбрала ленту для... Вернее, эту упаковку для подарка. Бантик. И здесь вот уже скотч стоит. Все так удобно. Так, еще возьмем свечки. И можно, кстати, цифру надуть. Я вот даже не знаю, надувать или нет. Так, тут вот девочки на всякие украшенческие штучки. Так, дудочки она просила. Сейчас мы наберем. Столько всяких красивых тарелок. Даже не знаю, что вот взять. С русалкой. Вот такие мы уже брали Егору. Или вот такие с короной, как думаете? Слушайте, в магазине такая тишина, никого нет. На улице стемнело, все, никого нет. Как будто бы ночь. Смотрите, перед Рождеством какие классные штуки для переноски этих тортиков. Прям так все продумано. А какой выбор бумаги? Посмотрите, упаковочная. У них тоже культ прям целый. За $1. Не спрашивала я вас еще, кто догадается, что мы купили ей в подарок. Напишите, может быть, отправлю какой-нибудь презентик тому, кто отгадает. В общем, друзья, помимо праздничной атрибутики, всяких шариков, посуды, продуктов, здесь вообще столько всякого барахла. И американцы совершенно спокойно все это скупают, пользуются, выбрасывают. Но это о том, что вот все-таки они большие потребители. Вот навыбирала ей таких нежных шариков. И сейчас мне еще надуют шарик с надписью «Принцесс». И все по $1. Да. Ну вот, 7 шариков надуто. Ну, посмотрите на меня. Вот я набрала шариков, пакетов. Шарики закрывают свет. Сейчас пойдем наряжать дом. Да, вот смотрите, магазин $3. Это такая Айрия. Там через дорогу Вовкина карате. Сейчас покажу вам. Так, мы вышли из карате. Мой любимый каратист. Ну, покажи, как ты делаешь. Пош! Да, вот там наш тренер. Красавчик вообще. Наш сенсей. Там нельзя снимать в классе. Потому что там детки. Но Вовка в восторге. Мой каратист любимый. Встал за полтора часа одну кружечку выпил маленькую. Вот такой вот. Смотри, свет тут вот такой хороший. Ну рассказывай, чем уникальна эта секция? Тем, то, что... Ну классно, сенсей у тебя какой классный. Ну да. Вообще, просто как... Слушайте, как из кухни, как будто человек из кинофильма. Thank you.
Красивое. Видишь, как выгодно брать? Смотри, какие хризантемы красивые. Ребят, вот несмотря на то, что Walmart дешевый магазин, там более-менее букетик можно составить за $20. А здесь вы можете взять 3 за 12. Все-таки в Publix'е выгоднее это делать. Потому что здесь все время какие-то акции. Вот смотри, за $10. Красивые такие. 50. Взять два за один. Мы начали украшать дом. Я король. Вовка у нас король. А я занята тортом. Вот взбиваю сливки. Сейчас добавлю маскарпоне. И шардоне тоже присутствует. А это вот заготовки тортика. Готовимся, готовимся. Украшаем дом. Сейчас мне еще тортик собирать. Вот так вот. Завтра ребеночек встанет, скажет: ай, какая красота. Короче, мы ждем дальше. Мы сидим в засаде. Сейчас она придет. Вот она идет уже. Так, у нас сегодня 2 шашлычника приехали, жарят мясо. А девочки что подарили? Айфон. То, о чем она мечтала. Посмотрите. Так, это у нас говядина. Вот такой вот телефончик. Это айфон, это говядина. Вот так, это я сделала салат. Но это не совсем под шубой. Ну, под шубой, но не совсем. Так. Там вот у нас рождественская звездочка стоит. Так у нас красиво на балкончике. Не видно. А, вот это, кстати, это лягушка. А, это звезда. Мам, давай такого какого-нибудь возьмем. Вот этого. Я... Напишите комментарий. Просто не знаю, вот такого, потому что мой любимый фен. Девочка выросла, но игрушки Пошу любить больше. Не перестала. Выбираем. Блин, мам, какого лучше, скажи? Учитывая то, что мы одного уже посадили в коляску, типа берем. А что ты этого выбрала? Ну, он какой-то, подожди. Сейчас еще возьмет 5 штук. Угу. Ну, день рождения, что разве ей откажешь? Все, берем эту собаку. Мне она очень нравится. А где у меня ценник, скажите? Я Тасю снимала, и у меня телефон упал прям вон туда. И она сейчас туда залезла и доставала. Называется «Понеслась душа в рай». Классно, да? Так, сейчас будем выбирать ногти. Мне нужна S-ка, не M-ка, потому что M-ка уже больше. Вот это, видите, М-ка. М-ка это уже больше. Я хочу С-ку, потому что мне не очень люблю длинные ногти, потому что это очень мне мешает в учебе. А аккуратненький маникюрчик, вот там, к примеру, вот таких маленьких эсочек. Мне а в жизни нравится. Не мешает? Нет, вот еще вот такой есть. Типа мрамор, серый, ну серый как-то не. Для девочки не очень есть. Понятно вам. Вот так вот. Видишь, я надеюсь, что это безумие скоро закончится. Посмотрите. Сколько она набрала себе подарков, помимо того, что ей подарили уже айфон. Мам, айфон это так, перекус. Нормально, да?
Катя, вот это те штуки, которые вот так вот делать. Вот такой вот слайм на видео нужно перемешивать вот с этими, ну, как бы, рассказывать истории какие-нибудь. И я еще думаю, взять вот такой слайм, сок, который поделюсь. Мне кажется, он не желейка, потому что я вот так держу, как бы, ну, это все окей. И сейчас я выберу, какой взять, потому что, видите, тут еще, ну, я точно беру фиолетовый, потому что я обожаю фиолетовый. Еще есть такие слаймы, но мне кажется, что это не слайм, хотя это типа мороженки. Давайте возьмем, вдруг... Не знаю, ну $10 стоит. А. День я тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения Таисия, с днем рождения тебя. Так, подожди, загадай, загадай хорошо. Желание. Прямо большое-пребольшое. Да, 12, перечитай. Недостаточно большое, еще больше. Даже подумайте. Давай, подумай, не торопись. Подожди, не режь еще. 13, ага. Блин, сложно. Хочу себе 13-й айфон. Не мешай. 13 лет. Ты будешь себе другой. Хочу 13-й айфон. Блин, ну не знаю. Ладно. Тебе сейчас удачно будет. Ну, тущи. Господи, наконец-то этот день закончился. Друзьяшечки, не буду вам показывать свой усталый вид. Посмотрите лучше, как я заканчиваю день. Это Шираз. Свечки. Так, это у нас Бри, по-моему. Ну, это с голубой плесенью сыр. Вот. Сейчас вот еще новую свечечку я купила. Вкусненькую. Очень вкусно пахнет. Сейчас рождественские коллекции, так много их. Вот такая у нас красота здесь. Все, только все убрала, всех разложила. Маленько кайфанул. Вам спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца.